Руслан Кухарук продолжит работу в Сургуте завтра. Он уже посетил строящиеся социальные объекты, в том числе школы и медицинские учреждения. Кроме того, в Рио губернатора Югры побывал на площадке будущего инновационного научно-технологического центра Unity Park. Этот объект важен не только для региона, но и страны. В каком этапе находится его реализация, расскажет Светлана Круковская. Два общежития, спортивный комплекс, парковка, вот, ну и, собственно, сам кампус. Сам кампус у нас площадью 45 тысяч квадратных метров, будет учебный корпус, вот, технопарк 27 тысяч. Макет одного из самых масштабных проектов в стране для науки. Первый подобный в Уральском федеральном округе. Площадь территории будущего научно-технологического центра 75 гектаров. Объектов НТЦ 600 тысяч квадратных метров. Из них жилая застройка займет больше трети. При реализации особое внимание уделят и социальной инфраструктуре. Строительство не только жилья, но в том числе разработку проектов, реализацию объектов социальной инфраструктуры, детские сады, школы в обязательном порядке нужно будет, ну, в соответствии с нормативами, чтобы обеспеченность была по всем тем, кто проживает в данном районе, ну и, собственно говоря, те, кто будет жить в новом уже районе. Здесь будут расположены университет, технопарк, офисы, конгрессно-выставочный центр, жилые дома, студенческие общежития и центр высоких биомедицинских технологий. Это первый объект для ученых, который планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году. А пока он строится, наука не стоит на месте. Уже сейчас, во-первых, идут научные исследования, уже закуплено частично оборудование, уже есть ученые, которые работают над этими задачами. И почему эта работа ведется параллельно? Потому что дата открытия, да, когда мы будем перерезать красную ленточку, будет означать дата открытия здания, да, но не дата научных прорывных открытий, которые мы ожидаем намного раньше. На строительной площадке работа кипит круглосуточно. Всего для работы НТЦ возводят 10 объектов инфраструктуры. В активной фазе строительства находится дорога и набережная протяженностью в 2 километра. Работу планируют закончить уже в этом году. Стратегически важный объект для региона и страны позволит сделать прорыв в медицине. Здесь займутся исследованиями генома человека и будут создавать лекарства от сложных заболеваний. Этапы реализации проекта на особом контроле временно исполняющего обязанности губернатора Югры. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.